готовим креветочную рыбу конгрю. Рыба у нас тоже была заморожена, мы ее разморозили. Вот такие вот уже готовые стейки. Мы с вами ее будем жарить на сковороде и доводить в печи. Доводить в печи мы будем ее вместе с маслом. Это сливочное масло с добавлением дижонской горчицы в зерна. Берем стейки, солим. И панируем их в смеси муки с паприкой. Далее сковородка, оливковое масло. Буквально 2 минуты мы обжарили стейки и выкладываем их на поднос с противень с пергаментом. Дальше мы будем ее запекать. Берем подготовленное наше масло сливочное. Дижонской горчицы и сверху выкладываем на стейк. И запекаем в печи при температуре 200 градусов 10 минут. Рыба наша готова, достаем из печи. Выкладываем на тарелку. К рыбе мы еще будем использовать лимон. Рыба наша готова. Приятного аппетита!